Всем привет! Сегодня выбрались на рыбалку в такой вот денек, сейчас где-то 0 градусов, но речку уже немного схватило льдом. Но все равно перебраться через нее можно, вон там вот за деревьями находится Ладога, мы сейчас туда поплывем. Но решил я отснять небольшое вступление днем, потому что будет видно фонарь, будет видно батарейный блок, будет видно все вокруг. А уже ночью отснимем некоторые кадры. Ну а сейчас днем вот какие-то мои мысли, какие-то чувства по этому фонарю. Дело все в том, что я сам записал уже несколько роликов по этому фонарику, сделал всякие съемки со штатива, все это сделал и написал статью на форум о фонариках. Там есть все подробные характеристики. Сейчас будут больше такие визуальные чувства по фонарю. Во-первых, фонарь этот с выносным батарейным блоком. Вот он закреплен у меня на поясе. Это как плюс, так и минус. Во-первых, это разгружает голову. У вас не висит на голове литиевые аккумуляторы, вот такие тяжелые две штуки. Во-вторых, вы можете спрятать его под куртку, и он не будет охлаждаться, следовательно, прослужит дольше. Но имеются и недостатки. Во-первых, это провод. Провод, в принципе, при ношении не мешает. Но когда делаешь какое-то движение, то провод может натянуться, будет неудобно, некомфортно. Здесь вот такое вот крепление. И держится вот этот блок в креплении не очень туго, я вот его без проблем достаю. Я думаю, нагляднее будет на поясе показать это все. Смотрите, я могу достать, не снимая с пояса, батарейный блок. То есть держится он не очень прочно здесь. Но это как плюс, так и минус. Как плюс, это то есть мы повернулись, он чуть-чуть выехал наверх. И не щелкается вот эта железка. Ну, как минус, может быть, это кому-то все-таки не понравится. Есть недостатки у того, что он легко выезжает отсюда. Можно заряжать мобильник здесь, но вот сейчас у меня нету с собой шнурка для зарядки, поэтому я, например, зарядить ничего не смогу. Кто берет с собой шнурок для мобильника? Я не беру, например, на рыбалку. Так что эта функция, в принципе, сейчас мне совершенно не нужна. Вот такой вот у него батарейный блок. Мы начали говорить о том, что батарейный блок — это как плюс, так и минус. Минус это шнурок. То, что шнурок у вас идет по телу, под курткой, он не так мешает, как снаружи, но все равно этот шнурок есть. На морозе он немножко дубеет, становится не таким мягким. Ну и, конечно же, фонарики. У нас сегодня ночью, когда будем светить, у оператора, скорее всего, будет надет вот этот фонарь, это Zebra Light H600. Смотрите, какой он компактный. Вот мы его взяли, все, он занимает очень мало места. Вот это вот, давайте сниму. Это вот, посмотрите, это даже при перевозке будет занимать кучу места. Будет не совсем удобно. Я так могу сказать. Вот это фонарь для бытового использования, для бытового универсальный фонарь, для туризма, что-то поделать, как-то так. Посмотрите, он компактный, удобный, он на голове висит, надел, снял, удобно. Вот это фонарь специализированный. Такие фонари, это уже для профессионального туризма, вот с выносными батарейными блоками. Это уже фонарь узкоспециализированный, то есть рыбалка, охота, еще что-то. У каждого из этих фонарей своя ниша. Давай покажу еще, раз уж мы днем пока что, покажу, как... Вот здесь вот обычная трещотка. Видите? Трещотка с отклонением на 60 градусов. Здесь, кстати, корпус на винтах, можно его раскрутить. Вот здесь фонарик регулируется следующим образом, он крутится в пазах. У этой конструкции, в принципе, на самом деле больше плюсов, потому что ничего не щелкает. Ее можно довернуть прямо в самый низ, чтобы она прямо на нос светила. Ну, тогда, естественно, засветка будет на нос. Стяжечки, вот они, сдвигаются, и вот сзади. Чтобы строго вниз шел шнур от фонарика. При этом шнур действительно очень жесткий. Он не, ну, не только на морозе, он действительно очень жесткий. Он форму держит, то, что он вот здесь вот изогнут. Да, была еще, кстати, в комплекте клипса дурацкая, но я ее просто не взял, потому что не понимаю, как ей пользоваться. Это на форуме фотографии разместил. Сейчас пока что, это, кстати, провод от микрофона. По просьбам зрителей на ветру я теперь пользуюсь петличкой дешевой за 200 рублей. Вот эту вот петличку просто засовываю под одежду, и ветер не задувает. Ну, пока что у меня нету профессионального микрофона, пока так. В общем, вот такой вот фонарь. Я думаю, принцип понятен. Два литиевых аккумулятора. Ну, покажу, раз уж у нас визуальный осмотр пошел. Два литиевых аккумулятора. Здесь никакой защиты от переразряда нету. Соответственно, литий можно посадить вообще в ноль. Фонарь просто будут исчезать постепенно режимы, и он будет светить только ограниченные 5 минут.
Эту штуку я смазал силиконом, чтобы хоть как-то держала воду. На самом деле погружать под воду все это дело нельзя. Ну, воду как-то держит. Такая вот здесь закруточка. У фонаря две кнопки и два светодиода. Соответственно, синий светодиод, вот он, с несколькими режимами. И белый светодиод, тоже с несколькими режимами. Но это все, наверное, днем показывать не имеет смысла. Вот имеет смысл показать крупно мордочку. Мордочка похожа на лицо робота. Глаза, брови, вот там вот рот. В некоторой степени. Ну и если мы ее задвинем, кнопки, соответственно, уже нажать можно, но с трудом. То есть это блокировка. У фонаря зебры, ну сейчас покажу для примера, просто как заблокировать фонарь такого типа, чтобы он у вас случайно не нажался в сумке или где-то в кармане. Нужно просто открутить попку. Но это не так на самом деле. Есть разные фонари. Посмотрите, здесь на резьбе анодирование. Здесь его нету. То есть вот этим местом оно прожимается, идет контакт. Вот где блестящее. Есть фонари, у которых резьба без анодирования. Тогда откручивание вот этой попочки и даже вот настока не поможет. Ну, на этом фонаре резьба с анодированием. То есть вот заблокировали. Он в кармане не включится. А здесь задвинули, и то же самое. Все, с визуальной частью закончили. Будем форсировать реку. Ну, я думаю, может, еще включимся, конечно, днем. Все, пока на паузу. А, знаешь что? Что тут глубина большая. Может быть, вот там вот приплывем, там маленькая. Так, а мы не сможем подойти внизу, нет? Сейчас подойдем. Давай, давай, давай. Подожди, подожди. Всем привет. Ладно, я вылезаю. Доброго времени суток всем. Добрейшего времени суток. Ну все, давай вещи. Решили совместить также приятное с полезным, прогуляться по лесу, собрать немного чаги. Сейчас, видите, уже как-то здесь растительности немного, уже все видно, вот прямо смотришь, и видно чагу. Опа! Я вот прямо сейчас увидел вон там вот еще здоровенную чагу на высоте около 3 метров. Ну, потом к ней подойдем, возьмем. По сбору чаги, что хочу сказать. Вот уже кое-что собрали, если будет видно. Если вы находитесь в своих родных местах каких-то, то вот такую вот небольшую чагу я советую не брать. Я сейчас далеко от дома, я сюда, наверное, не приду в ближайшее время, поэтому я собираю даже вот такую небольшую чагу. Если же вы находитесь недалеко от дома и находите вот такую маленькую чагу, я бы на вашем месте ее оставил на доращивание и пришел бы за ней где-то через полгодика. Тогда она будет здоровой, крупной. Посмотрите, какая здоровая. Самое главное что, что она внизу ствола находится. У нас, мы сейчас на рыбалку как бы приехали, у нас топоров нету, поэтому нам единственный варик это вот ножичком вот так вот подбивать аккуратненько, чтобы нож не сломать. Но когда она внизу ствола, можно ее ногой сбить. Давайте сейчас попробую сбить аккуратненько. Во! Такая вот здоровая чага. Я думаю, разделывать ее будем уже дома. При разделке чаги что нужно сделать? Во-первых, вот здесь вот срезать, но не фанатично, весь мягкий слой. Оббить кору. И, в принципе, нарезать на кусочки для сушки. Вот здесь вот еще чага, вот на этой березе. Покажи. Тут камера фокусируется некоторое время. Вот чага. В принципе, эту можно еще оставить, дорастить. Потом прийти вот за такой здоровой. Ну, я сейчас, пожалуй, вот эту вот соберу. Там еще на березе срежем крупную. И все, нам хватит уже на месяц, наверное, насушим. Вот. Будем, Иван, с тобой чаи гонять. Такая вот чага. По сбору, то есть... Чага должна выглядеть вот так. Если она выглядит... О, покажи вот это, пожалуйста. Если она выглядит вот таким вот... вот это не чага. Это обыкновенный трутовик. Они разные бывают. Они растут на мертвой древесине уже. А чага, если вы видите на мертвой березе чагу, ее не берите. Потому что она на нее выросла, когда дерево еще было живое. Такую чагу не берите, она не очень свежая. Возьмите чагу с живой березы. Сбейте ее аккуратненько, срежьте. Иван там отковыривает вот эту вот чагу, которую я вам только что показал. А мы идем к нереально здоровой чаге, которую я увидел
прямо во время съемки, вот, вот в эту же секунду. Она действительно здоровая на большой высоте. Чтобы такую сбить, нам нужно будет взять жердину. Нам нужно будет взять жердину. Ой. Во! Вот это я понимаю, Чарли. Сейчас камера схватит. Схватит фокус. Вот. Вот это я понимаю, Чага. Вот она. Может быть, на таком расстоянии размеры не передадутся, но она реально огромная. И все то, что мы собирали малую чагу, малую какие-то, малую собирали чагу, ну это не имело смысла совершенно никакого. Достаточно найти вот такую одну здоровую, вот такой вот березки. И ее хватит очень надолго. Все, будем сейчас сбивать. Какую-нибудь палочку возьмем, снизу припрем и собьем. Я такое чувство, что проще залезть наверх и стукнуть по нему ногой. Мне кажется, поддается. Тактикал плюс! Во! Да, дерево. Размером с голову. Ну что, результат стоит того. Я живой. Ничего не порвал, все целое. Вот она. Добыча сегодняшняя. Замерзла Ладога. Нужно ползти до открытой воды. Вот, ребята, первая рыба, которую мы видим. Она уплыла, спряталась в ил. Во-во-во. Во. Это первая сегодняшняя рыбина. Она буквально под тонким слоем льда. Здесь глубина несколько сантиметров. И напишите в комментариях, кто это такой. Потому что, что я сейчас вижу, это маленькая чешуя. О, фокус на льду идет. Пишем в комментах, что за рыба. Ну что, дальше будем идти, нет? Ну что, сейчас проведем экспресс-тест, так сказать, обжор вот такого вот пакетика. Называется суп грибной с яйцом. Продаются такие в магазинах, торгующими суши или китайскими товарами вот такими вот пищевыми. На горелочке я вскипятил немного воды. Такая вот у нас импровизированная ветрозащита. Вот, немножко воды. Ну и посмотрим, что тут в пакете такое. Вес этого пакета 12 грамм. При этом залить надо 270 миллилитров воды. Называется суп грибной с яйцом. Вот. Сейчас. 12 грамм. Видно на камеру? Ну что ж, открываем. Ага. Здесь вот такой вот спрессованный кубик. Его мы кидаем в кипяток. Перемешаем. Сразу все распадается. Сразу все распадается. Вот это ошметки, это яйцо. Ага. И кусочки грибов вижу. Ну все, 3 минуты ждем. И потом будем делать обжор. Очень специфический запах вот этой китайской еды. Глутаматный. Ну, 12 грамм весит. Да. Можно себя порадовать таким в походе. Все, ждем, пока заварится. Прошло 3 минуты. Что мы имеем? Во-первых, вот такие вот есть 2-3 вот таких здоровых гриба. Довольно вкусные, на мой взгляд. Во-вторых, все довольно жидко. Я не вижу никакого навара. Здесь нет никакого навара. Налил я абсолютно столько, сколько надо. У меня на кружке есть разметка. Вот здесь вот 250 миллилитров, 500 и 750. Я сделал просто штанген циркулем. Нашкрябал и потом циферки. Тоже кое-как нашкрябал. Поэтому налил воды сколько положено в рецепте. И получился у меня жидкий суп. Мне прямо сейчас охота добавить туда макароны с доширака. Фигануть немножко. Но на вкус нормально, горячий напиток. И весит этот пакетик очень мало. И место занимает тоже. Особенно если его извлечь из упаковки.
упаковке он занимает много места, а так просто брикетики такие. Взял, можно их купить и в брикетиках уже. Они есть и полностью с китайскими иероглифами на упаковке. Вот сейчас стали делать с русскоязычными, вот такими вот переупаковывают. Можно их купить и без упаковок в местах, которые торгуют китайскими всякими товарами. И вот такие вот брикеты носить с собой. Попитаться можно, но не очень. Вот, вот чем надо питаться. Как днем светло. Нормально. Да, это был турборежим. А вот слабенький. Слабенький чисто так, чтобы тепло содержит, тебя найдут. Ну да, со слабеньким только по тропе куда-то идти нормально будет. О, вода вскипела. А заряжать аккумуляторы как надо? С помощью зарядного устройства. Вот этот же блок подсоединяется, да? Ой, это ты оптимист. Есть еще бы. Нет, но нужно их доставать каждый раз. Подсоединять специальную зарядку, да, которая стоит, между прочим, тоже денег. Качественно они стоят от 1000 рублей. Так что. У меня есть такая зарядка, я. А какой фирмы? Говно. Причем я ее разломал, перепаял там проводки, чтобы заряжать другие батарейки, ну, в смысле, маленькие. Там у меня полный, это выглядит как кусок. Ну, заряжаются. Ну, было прикольно, если Phoenix прямо так разработали, что вставляешь в USB этот пауэрбанк. Ну да, и почему так не сделано? Ну, вот логика современных пауэрбанков, то, что у тебя пауэрбанк с USB, он может и подзаряжаться по USB, и отдавать энергию по USB. Ну да. Вот, классно, классно. Но тут настолько далеко не пошли. Блин, 4 рубля отдаешь и получаешь какую-то как бы не то, не сё. Я думаю, что фонарь за 4 тысячи должен быть еще кофе варить. Смотри, мы можем вот так вот классно посветить, дискотека. Вот так вот устроить. Да, это турборежим. Тоже неплохо. Я вообще не понимаю, зачем это нужно? Я это синий сигнал. Вот, вот это круто. Сейчас Николай забросит хиз на спиннинге подальше. Это будет очень наглядно видно, каково преимущество вот этого острого пучка синего цвета над белым. Ну, забросит максимально далеко. У нас привязан хиз. Слушай, в камыш что я забросил? А вон он. У нас привязан хиз, чтобы его было видно на камеру. Вот-вот. Вот он. Хорош. Подожди, не трогай. И вот эти белые светодиоды. Что мы видим? Мы видим непонятно что. Ну, хиз виден, да? Синий. Точечная такая агрессивная подсветка именно этого места, которое действительно, на мой взгляд, рыбу не спугнет. Включаем белый, и вот огромное такое пятно, тоннель белого света. Вот он синий. Я думаю, здесь мы имеем полное преимущество синего цвета над белым. Что, давай подтягивай потихоньку. Вот он этот хиз, замечательный хиз из Ашана. Химический источник света. Давай вырублю фонарик. Слушай, не видно хиз. Хиз начал, кстати, снижать немного свои свойства. То есть он не так уже сильно подсвечивается, к сожалению. Это, наверное, из-за холодной воды. Чем холоднее, тем хиз хуже работает. Можем попробовать потрясти, погреть в руках. Или как-то так. Но вот здесь уже вблизи комфортнее гораздо вот таким вот светом пользоваться. Если посветить куда-то вдаль, то, безусловно, синий светодиод лучше. Вот что ты думаешь как раз по фонарю, по синему светодиоду вот в таких условиях, как сейчас? То есть, когда вдаль светишь на приманку. Ну, тут скорее роль играет не цвет именно диода, а то, что самого отражателя, то, что луч получается концентрированным и четко дает возможность выбить объект из потемков, из темноты.
Здесь, наверное, свет белый расходуется слишком интенсивно батарейку, он дает большущее пятно, а действительно вот просто за счет отражателя особой формы можно вычленить то, что ты ищешь. Насчет того, что он голубой или красный или белый, тут больше какие-то. Да, так что, то есть красный, если бы на этом рыболовном фонаре был бы красный светодиод, эффект был бы точно такой же. Ну, хис китайский, в принципе, уже как-то хреново светится. Сейчас отрублю фонарь, посмотрим. Не, слушай, нормально, на самом деле. Ну, читать можно, еле. Но с трудом надо близко продвигать. Очень холодно, пальцы очень холодно. Леденеют. Мы, наверное, заканчиваем уже сейчас, потому что уже вечер, поедем. Все, пока на паузу становимся. Ну, вот что я хочу сказать. Фирма «Феникс» сделала именно тот рефлектор для рыбалки, какой должен быть. То есть с узким дальнобойным лучом. И при этом мы имеем второй светодиод, ну вот самый обыкновенный, чтобы светить как-то в быту. И вот этот вот узкий, злой, синий светодиод с узким пучком. Это именно то, что нужно для рыбалки. В принципе, если бы я разрабатывал рыболовный фонарь, на самом деле я бы сделал абсолютно то же самое, что и мы имеем сейчас. Другого варианта я придумать не могу рыболовного фонаря. Именно это то, что нужно. Это узкий пучок. Синий светодиод, ну нормально синий, ну не красный же ставить. Белый не так интересно, синий как бы интереснее будет для рыбалки. Ну и вторая лампа, это обыкновенный белый свет. Я не знаю, может быть вы предложите что-то для рыбалки поинтереснее, чем вот этот вариант. Но я вижу, что сейчас это единственный вариант рыболовного фонаря сейчас на рынке. То есть это не два отдельных фонаря, один рыболовный, другой просто что-то подсветить. Это два в одном. То есть синий светодиод и белый. Такие дела. Представим ситуацию. У нас в машине отказали фары. А есть у нас налобник Феникс HP40F с вот таким вот синим светом. Давайте посмотрим, как он работает. Что-нибудь видно вообще? Ну как? Да, вижу, что-то видно. Ну-ка, белый свет. О, с белым вообще круто. Ну все, поехали. Слушай, нормально. Только в окно это, руку холодит, задувает. Ну, слушай, нормально. Нормально все освещает. То есть фонарь как бы очень мощный для налобника, потому что на двух аккумуляторах нормальный светодиод. У нас сейчас, кстати, болтается здесь хис. Слушай, давай покажем, врубим обычные фары. Покажи хис людям. Вижу, вот хис. Он видно, как он светится? Да. Это сейчас сколько времени? Сейчас 20:55, а мы его в 7:20 запустили. Да, полтора часа. Он все еще фигачит. Видно нормально как? Да, да. Ну, вообще без освещения. Как бы можно. Слушай, нормально, как индикатор, что тут наша машина стоит. Что-то можно разглядеть. Она издалека, конечно, не очень хорошо виден, но... Ладно, погнали, в общем. Факт остается фактом, светится. Сейчас хочу продемонстрировать, как фонарь светит в лесу. Это что-то вроде тропинки, вот в центре кадра, она вот туда уходит. В данный момент свечу налобником зеброй, тут больше 1000 люмен. Вот такая вот мягкая заливка. Давайте посмотрим, как светит Феникс во всех режимах. Естественно, камера будет настраиваться, поэтому это не совсем показательный тест. Так, самый слабый режим. Глазами можно различить, на камеру уже мало что видно вдали. Вблизи, естественно, более-менее. Следующий режим уже гораздо лучше. Уже что-то видно уже вдаль. Вполне неплохой режим рабочий. Еще более высокий режим. Вот так вот. Ну и турбо. Отлично освещает, дальнобойность гораздо выше, чем у только что продемонстрированной зебры наголовной. Ну и оттенок немного более холодный. Даже камера это замечает, цвет оттенка. Вот так вот фонарь работает. Давайте просто для интереса посветим синим светодиодом. Вообще видно все, но
абсолютно никакой разницы в цветах. Довольно страхово, на самом деле, светить ночью вот этим синим светодиодом. Вот видите, слабый, средний, мощный. Довольно страхово ходить с таким по лесу, потому что не различаешь цветов, непонятно, что вообще вокруг находится, но предметы различить можно. И думаю, со стороны синий свет не так заметен, как яркий белый. Тут более узконаправленный луч, хотя здесь всего лишь 50 люмен, но он выцеливает очень-очень неплохо для этих 50 люмен. Итак, еще раз пробежимся. Ну и синий. Хочу осветить. Поняли шутку? Хочу отметить следующий момент. У меня, например, если кто-то видел мои другие ролики, нос довольно большой, поэтому фонари, многие налобные, дают на него засветку. Этот фонарь даже при максимальном угле наклона никакой засветки на нос, на лицо не дает. Вы это можете сейчас на камере видеть. При этом даже в минимальном режиме вот он, хватает боковой засветки, чтобы что-то делать руками, что-то записать. То есть не надо голову наклонять и подсвечивать себе хотспотом. Хватает боковой засветки, чтобы работать руками, что-то сделать, что-то записать, насадку какую-то надеть рыболовную. То есть угол, на мой взгляд, достаточен. Давайте для примера покажу зебралайт на голове. Это фонарь, который в пазах может крутиться. Ну и вот смотрите, что мы имеем. Хочу что-то записать, да? Его можно и вперед чуть-чуть. Тогда придется немного голову наклонять. Или можно вот повернуть его в пазах, но тогда засветка на нос. Кого-то это может раздражать. Засветка на лицо. Вас видно как бы в темноте, вы выглядите пугающе. Вот. Такой вот момент хотел отметить. В принципе, Феникс мне понравился, то, что даже в минималке хватает этой боковой засветки. Не надо засвечивать хоть спотом. То есть режимы подобраны очень грамотно. И угол, что самое главное, тоже как раз не светит на нос, но и при этом все видно, что делаешь руками. Вот такой вот момент интересный. Не все налобники, кстати, такие хорошие, как вот зебра или феникс. Не у всех это все так продумано. У зебры это можно, да, вот подвинул, и вот нету никакой засветки на нос. Но все равно есть. Это такой фонарь. Ладно, идем дальше. Ну, с минимальным режимом, думаю, понятно. Хотспот более-менее на 3-4 метра. Ну и боковая засветка позволяет кое-как ориентироваться в пространстве. Ну, куда-то идти по тропе возможно, по лесу нет. Следующий режим, средний режим. Тут уже и боковая засветка позволяет различать предметы. Не просто куда-то идти ориентироваться в пространстве, а действительно различать вот предметы окружающие. На камеру тоже видно, что вот тут вот вы видите область боковой засветки. А в минимальном режиме, ну, еле-еле. Кстати, чтобы из среднего переключиться в минимальный, единственный вариант — это пролистнуть все режимы. По-другому никак. Опа. Сыроежечка. Вот. Идем дальше. Высший режим. Высший режим. Ну вот как раз мы в лесу. Видно, насколько он далеко засвечивает из-за стволов. Высший режим действительно хороший режим. Можно прийти из пункта А в пункт Б, и при этом он не сильно прожижает батарею. Ну и турбо. Вот он, турборежим. Отличный свет на большое расстояние. Сейчас небольшой пример работы. Первый камень от меня в 5 метрах, следующий в 10, и вот тот дальний в 20 метрах. Это турборежим. Так, минималочка. Вот он, хотспот минималочки. Вот боковая засветка. Поднимаемся. Первый камень. Второй уже различается с трудом. Средний виден первый, второй и третий.
высший. Вообще все прекрасно. Хотспот. Ну и турборежим. Тут вообще как днем. Даже прекрасно видны очертания вот того дальнего камня на 20 метрах. Ну и по приколу. Вот, кстати, давайте покажу боковую засветку. Насколько она мощная в турборежиме. Ну, как раз будет на камне, я думаю, показательно. То есть минималка, средний, высший, турбо. Вот она, боковая засветочка. Ну и синий светодиод по приколу. Тут, кстати, видите, боковая засветка какая. Все можно различить, даже в минимальном уровне синего мы все можем различить. Но цвета теряются, поэтому ни черта не понятно. Видно просто вот, что здесь трава, но что, какая трава, что это вообще такое, не понять. Но он очень дальнобоен. Вот на дальний камень минимальный режим. Средний и высший режим. Синий светодиод. Я думаю, лесных тестов хватит. Сейчас я хочу показать одну любопытную особенность. В среднем режиме нажимаем на кнопочку. Три светодиода из четырех. Переключимся в турборежим. Два светодиода из четырех. Синий турбо. Тоже три. Это свидетельствует о том, что вот в этом вот турборежиме напруга чуть проседает на аккумуляторах и думает, что заряда осталось мало. Но это не так. У меня была ситуация, когда горело три светодиода в минималке, а в турбо один помигивал. Но хотя вот на самом деле беспокоиться не о чем. Это фонарь современный, с современной начинкой. Здесь, естественно, стабилизация, все вот это есть. За начинку я бы переживать не стал. Это Феникс, это бренд, там люди головастые работают. Чуть не забыл показать вам, как здесь реализован сигнал SOS. Кстати, вот это вот, это луна, вон там. А сигнал SOS здесь реализован следующим образом. Независимо от того, включен фонарь или выключен, зажимаем. Комар прилетел прямо в глаз. Зажимаем клавишу включения белого светодиода. Все, включился режим SOS. Три коротких, три длинных. Снова три коротких. Опять три коротких. И три длинных. То есть это циклично, зациклено. Три коротких, три коротких, три длинных. Три коротких, три коротких, три длинных. Вот такой вот цикл. Вышли на дорогу. Дорога абсолютно прямая. Это самый мощный режим. Небольшой туман. Это Староладожский канал. Совершенно зарос. Мы сейчас в турборежиме. Слабый.
Ну и синий светодиод. Традиционно. Я подальше отойду, чтобы было видно масштабы. Просто это, наверное, будет не видно, но здесь расстояния очень-очень большие. Вот он, я как бы стою на высоте нескольких метров, и луч бьет очень далеко. Может быть, на камеру это не так хорошо будет видно. Хочу ваше внимание обратить на следующий момент. Вот так вот белый светодиод светит. Вот так вот синий. Здесь, я думаю, видно, есть как бы хотспот, следующее поле и еще небольшое поле сбоку. А на камеру оно видно только, когда вот так вот близко приблизить фонарь, но при обычном движении, при обычном хождении видно вот этот вот вторая область боковой засветки. Не знаю, зачем это сделано, мне это не очень нравится. То, что есть хотспот, боковая засветка, потом еще одна область. Ну, сейчас прекрасно видно, о чем я говорю. И когда идешь, она тоже присутствует. Но камера уже не передает. Вот такой вот момент. Мы сейчас в лодке. Это турборежим, белый светодиод. Где-то 10 метров от берега. Только что выпрыгивали маленькие рыбки. Но их с такого расстояния камера не уловит. Если просто светить на воде куда-то вперед, то не видно абсолютно ничего. Ну и метрах в 10-15 уже теряется просто даже в турборежиме фонарь. Ну это вода, тут просто нету предметов, которые можно светить. Вот посмотрите, посветил на лодку, видите, как она выделяется? Да, вот в воде просто не за что зацепиться лучу. Вот берег. Это турборежим, да. Берег. Берег, и вот вода. Все. Луча просто не видно. Я не знаю, как демонстрировать на такой рыбалке на этот фонарь. Конечно, это все затруднительно. Вблизи этот синий светодиод лупит. Ого-го, как? Ну а... Конечно же, на поплавок хорошо бы это все выглядело. Гораздо лучше. А так это просто маленькое пятно, бегающее по берегу для вас. Ну, для меня глазами я вижу гораздо ярче, я вижу, могу что-то разглядеть. Хоть как-то. Ладно, очень сильный ветер сегодня. Может, еще и шум ветра вмешивается. Ну вот, вот он фонарик на рыбалке. Вокруг только вода непроглядная. И больше ничего. Вот. Фонарь просто теряется. Вы ничего не увидите. Если вы не находитесь в каких-то, я не знаю, шхерах Ладоги, на каком-нибудь реке, а находитесь на большом водохранилище, то фонарь просто бесполезен. Не за что зацепиться. Он будет служить вам просто для подсветки. А для подсветки ночью, чтобы посветить на руки еще куда-то, я думаю, лучше красный светодиод. Он способствует сохранению ночного зрения. А здесь синий светодиод. Вот он. На форуме фонаревщиков меня спрашивали, что если удалить синий светодиод, вот этот злой, и поставить на его место белый, что тогда получится? Если не менять рефлектор, отражатель, здесь отражатель у синего параболический, здесь вот он мятый рефлектор, такой вот, поближе покажу. Ход, кстати, написано на нем, да, он нагревается, но на улице он в турборежиме не нагреется никогда. А если дома где-то в тепле, тогда фонарь нагревается, перегревается и сбрасывается из турбо в верхний режим. Ну, она бывает этот корпус горячим, но только в теплом помещении. На улице он у вас не перегреется, потому что он обдувается ветром, и такого не случится. Но надписи есть ход. Так вот,
если вот сюда поставить белый светодиод, то мы получим аналог Феникс, вроде бы HP25, у которого батарейки 2А. Мы получим его аналог, только питающийся от лития, что более разумно, на мой взгляд. И, в принципе, для моддеров это неплохой вариант. Вы получите такой фонарь на литии с двумя светодиодами. Один будет дальнобойный со злым хотспотом, а второй будет средние дистанции. Вот эта вот лампа белая, это лампа именно средней дистанции. Это не фонарь ближнего света, это лампа средней дистанции, а это дальнобойный со злым хотспотом. Можно, в принципе, рефлектор поменять и придумать что-то вроде вот этого вот Феникса HP25, где одна лампа ближний свет, одна дальний. Очень неплохое решение от Феникс, но вот расстраивает, что сейчас на рынке нельзя приобрести вот этот фонарь. Он желтенький, такой же корпус, только желтенький. Нельзя его приобрести с питанием от лития. Он идет от обычных пальчиковых батареек. Поэтому моддером можно разобрать данный фонарь и заменить здесь все, что угодно. Стекло поставить матовое, например, другой рефлектор, другой светодиод. И получить отличный фонарь с питанием от лития. Но это для моддеров. Для обычных людей его стоит купить узкоспецифично. Для рыбалки, для аутдора. Для быта этот фонарь не подходит. Есть гораздо более удобные налобные фонари. Но свою нишу он имеет. И все-таки на рыбалке этот фонарь будет в тему. Этот выносной батарейный блок. Два этих светодиода с узким хотспотом, с узким лучом центральным, синий, и с средним белый. Это будет в тему. Но все-таки, на мой взгляд, Зебра 600 сейчас вне конкуренции среди налобников для быта и универсальных налобников. Этот налобник совершенно не универсален. Все, дополнительная информация будет внизу. Посмотрите обязательно мою статью на форуме фонаревщиков. Возможно, потом я ее когда-то перенесу на свой форум, на свой блог. Пока что она там, там с картинками, все подробно, по характеристикам, по режимам, по рантайму. Ну и, конечно, будут бимшоты какие-то, сравнения с другими фонарями. Все, проверьте описание. Благодарю всех за просмотр. Пока-пока.